Привет, друзья! Я снова в Реутове. Это влог на самом деле. И сегодня мы побываем на тренировке мини-футбольного клуба КПРФ, который готовится к своему первому матчу в Лиге чемпионов сезона 2021. Погнали! Арс, сколько набрал за новогоднее? Я наоборот сбросил. Ты сбросил? Да. Ну, меня заставили сбросить. Я 6 килограмм сбросил, представляешь? Все, готов. Готов делать. Готов к Лиге чемпионов. 100%. Непонятно как, когда мы говорим, что играть один в один. Первая линия, когда хочет, она поднимается на вратаря. То есть начали нарушать. Столб, и, естественно, у него навык игры со столбом. Да? То есть он принимает, и не уважать его действия индивидуальные неправильно будет. Да? То есть он, если чувствует контакт, разворачивает и очень хорошо взаимодействует с партнерами. Вот, сбрасывает, и дальше смотрите. Да? Вот такие моменты они создают. Повторюсь, насколько им позволяет соперник. Играет на партнеров, сам разворачивает, и игра через столба тоже у них работает. Сильные стороны соперника или слабые, которые ты услышал на теории? Сильные стороны. Такая хорошая средненькая команда. Не знаю, ну, мы должны ее выигрывать в любом случае. Все-таки у нас задача после третьего места в Лиге чемпионов все-таки повыше становится. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо.